И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас ролик будет игрового формата. Я вижу вашу поддержку, вашу активность, которую вы проявляете на данных видеороликах по данному именно таки формату. И поэтому, ребят, продолжаем. Сегодня у нас будет определенное интересное вооружение, которое у нас предложил Рокфеллер, именно таки поиграть на вас по вулкане в CTF за атаку. Но на вас по вулкане я понимаю, что это будет больше не игра, а какое-то страдание. Поэтому я думаю, что данное сочетание мы сможем преобразовать под викинга вулкана. Попробуем реализовать именно таки его, посмотреть, что он вообще сможет сделать у нас в CTF за атаку, потому что играя сейчас на Васпике, явно я буду просто страдать, там не будет объективно какой-то полезной явной игры, поэтому я считаю, что было бы достойно именно таки поиграть на данном вооружении, поэтому мы сейчас переодеваемся, ну а вы не забывайте, ребят, конечно же, прожимать лайкосики на данный видеоролик, поддерживать именно таки данного формата видосы и писать в комментарии, на каком сочетании мы будем играть в следующем видеоролике. Я думаю, что давайте определенная будет цифра у нас 100 лайкосов, 100 лайкосов набирается, мы сразу же записываем новую часть и вообще смотрим, что у нас может показывать определенное какое-то вооружение, которое выберете именно таки вы в определенном режиме. Сегодня это захват флага и это викинга пулемет. Давайте пикаемся, я думаю, что сегодня в принципе достойную карту нам какую-то закинет, посмотрим вообще, в принципе, как можно будет реализовать данное вооружение на захвате флага. Все же мне придется сейчас как-то пушить противника. Это вообще пустыня. Ничего себе. Вот это уже интересно. Закидывает меня даже с другом моим. Окей, ясно, понял, понятно, принял. Поехали. Не знаю сейчас, что мы будем здесь предпринимать. Довольно-таки удачная карта у нас появляется. Безусловно, на пустыне здесь очень комфортно будет играть на пулемете. Плюс ко всему я, конечно же, взял бустера. Попробуем больше попушить, больше пофокусить. Я думаю, что даже в какой-то степени было бы интересно и был бы вообще смысл поиграть от киллов, но раз Рокфеллер хотел видеть игру вулкана в атаке, давайте попробуем уже поувозить. Не знаю, что у нас здесь вообще получится. В 7 минут у нас есть данные катки. Я вижу, что у нас уже противник пытается увозить флаг по центру. Надо было бы, конечно же, поехать уже и брать данный флажочек. Здесь я немножечко таки замедлил. Здесь надо сейчас будет грамотную мину поставить и уже пробовать увозить данный флаг. Много противников. Не знаю, получится. Нет, скорее всего, здесь у меня не выйдет явно увести данный флаг. 0-1 уже летим. Уже что-то пошло у нас здесь не так. Не знаю, что у нас сейчас будет вообще происходить здесь на карте. Но у нас есть определенная установка, которой мы должны придерживаться. Давайте выдвигаемся по левому флангу. Нам нужно хотя бы один флаг в данной катке выдернуть. И я думаю, что данное сочетание нужно использовать как пушку, которая будет дамажить на средней или дальней дистанции. И за счет этого мы будем вносить очень много импакта для своей команды. Но при всем этом раскладе еще и нужно как-то умудриться увести флаг. Поэтому давайте будем придумывать какие-то вот такие вот дальние траектории. С данными траекториями наша пушка будет иметь больше смысла. И я думаю, что сейчас, если бы, конечно, не данный Викафрис, ну ладно, он уезжает, это очень хорошо. Сейчас быстро бы мне ДАшечку. ДАшки здесь не будет, опять не получается здесь. Ну, конечно, реализовывать викинга вулкана под атакующий стиль, это на таких картах очень тяжело, потому что явно данная пушка лучше данную пушку использовать на дальние дистанции, как более кемперскую, как более дамажащую, но не как пушку, которая будет постоянно увозить флаг. В этом плане намного таки тяжелее ее реализовать. И пока за 2,5 минуты при всем том раскладе, то что против закинула более какую-то серьезную команду, у меня ровным счетом не получается сделать ничего и вообще никак не получается реализовать свое вооружение. 2-0 мы уже начинаем лететь, но мы не отчаиваемся, продолжаем пушить левую зону. Давайте попробуем сейчас выдернуть здесь флажочек. Нужно, конечно же, было бы здесь сводиться, но есть страйкер, который в меня уже сводится. Будем дергать здесь флажочек на правый фланг. Есть страйкер, который уже сводится, и у меня явно здесь сейчас проблемы будут. На 0 хп я выдергиваю данный флаг. Будет ли саппорт? Будет ли помощь? Будет ли помощь? У меня до овердрайва остается 5%. Я вижу
молота, который уже мчится. Есть страйкер, который раздает мне овердрайв. И есть первая доставка флага. Очень неплохая траектория у нас получилась с увозом. Более правильная прожатая аптека. И тот овердрайв, который мне дал сейчас тиммейт, безусловно, помог мне доставить данный флаг. Давайте сразу же мы тоже подожмем данный овердрайв. 2-1 летим. Давайте попробуем сделать все то же самое. Если на данном вооружении у меня удалось вывести флаг, то почему бы сейчас не попробовать выдернуть еще один? Но, конечно, надо для начала отбить базу. Я смотрю, что противник очень сильно атакует. И в какой-то степени наши ребята вообще, я думаю, не понимают, что здесь нужно делать. Ну, а мы попробуем зайти опять левой зоной. Попробуем выдернуть по той же схеме флажочек. Я вижу, что там 3 или 4 танка в дефе сейчас у противника имеется. И зажимать пробел явно нужно, но есть молот, который будет ехать на меня. Нет, он все же уходит в сторону и мне дает какой-то минимальный шанс на увоз. Здесь, конечно же, рикошет в меня упирается, плюс соска. Явно здесь не получится опять выдернуть, хотя можно было бы попробовать, если была бы, конечно же, у меня... Здесь аптечка, но аптечки у меня не было, поэтому давайте попробуем еще раз зайти с левого фланга. Очень много противников на респе находится, и поэтому реализовывать данное вооружение очень тяжело. Давайте здесь попробуем зажать пробел, унести двух на респ, дабы более эффективно использовать свое вооружение. Но здесь меня тоже сливают. Явно не хороший УП у меня в катке данный имеется, но... Реализовывать данное вооружение нужно на средней и дальней дистанции, при этом постоянно атакуя. Не совсем удобные, наверное, возможности у меня имеются для реализации данного вооружения на данной карте, но давайте не будем отчаиваться и давайте продолжим наносить большое количество урона по противнику, при этом продолжая ехать вперед, безусловно, вперед. Но здесь уже страйкер тоже сводится. Не дают мне реализовывать его, но я продолжаю... Продолжаю бороться, 2 минуты у нас остается до конца, давайте попробуем зайти сейчас уже с правого фланга, нужно, конечно, здесь быстро раздамажить тех игроков, которые стоят у нас в дефе. К слову, наш тиммейт уже увозит флаг, давайте здесь немножко подсаппортим, чуть-чуть попушим центр, чуть-чуть понаносим здесь урона, дабы противник не так быстро и опасно заезжал к нам на базу. Потому что это вулкан. Вулкан — это то сочетание, которое очень тяжело реализовать на жесткую атаку. И тот момент, когда лучше просто остаться где-то в средней зоне, наоборот, подсаппортить в атаке, нежели самому дергать данный флажочек. Можно занимать какую-то среднюю дистанцию и среднюю зону на карте, но если у тебя есть разумные тиммейты, которые будут постоянно также атаковать, они могут дергать, а вы можете спокойно на данном сочетании страховать своих союзников, тем самым принося огромную пользу для своей команды. Давайте попробуем сейчас проатаковать с левой зоны. Я не вижу, чтобы у нас кто-то из наших тиммейтов пошел в атаку, хотя сейчас вот я вижу, что викинга рикошет отправляется в атаку. Есть 4 или 5 деферов у противника. Нам нужно быстренько задамажить в ту зону, дабы наши тиммейты смогли вообще что-то предпринять в атаке. Я вижу, что наши игроки уже немножечко начинают более-менее вообще атаковать. 28 секунд остается до конца данной каточки. И это, можно так сказать, последний шанс на атаку. Есть у меня аптечка, есть у меня овердрайв, есть попытка увоза на центр, но... Нету саппорта, нету помощи. 2-2 за 15 секунд до конца. Можно констатировать уже ничью в данной катке. Не сказал бы я, что у меня получилось на 100% раскрыть данное вооружение на данной карте. Безусловно, в какой-то степени это было не так просто сделать. В какой-то степени не доигрывала наша команда, которая могла бы больше атачить. Я бы больше саппортил, но даже вы видели, что в одном эпизоде мне пришлось самому увозить флаг на пулемете. Повторюсь, это не самое удобное вооружение для увоза флагов. Именно в CTF режиме, но Рокфеллера комментарий победил, поэтому сыграли мы сегодня на данном вооружении. Предлагайте дальше свои пушки, свои форматы, если у вас они такие имеются. Если не имеется, то вы можете просто предложить свое вооружение, я просто пикну его в быстром бою. Вроде бы все. Всем, ребят, спасибо, кто поддерживает вообще данную идею рубрики. Предлагайте новые сочетания, мы будем продолжать. Если вам понравился данный видеоролик, обязательно не забывайте ставить лайк и подписываться на канал, дабы не пропускать новые ролики. Ну а с вами был Мистер Ванька. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.